Чувашия будет развивать всестороннее сотрудничество с Российским этнографическим музеем в Санкт-Петербурге. Направление взаимодействия глава республики Олег Николаев обсудил с директором музея Юлией Купиной. Более 100 лет специалисты Российского этнографического музея собирают и изучают памятники национальных культур, костюмы, украшения, предметы быта. Это одно из крупнейших в мире хранилищ. Сейчас здесь собрано порядка 5000 предметов, характеризующих культуру чувашского народа. Сотрудники музея не раз приезжали в экспедиции в нашу республику. Чувашская культура, она настолько многогранна, вот цивилизационна, что, безусловно, мы не можем говорить о том, что это вот только представители тюркского мира, да, поскольку язык таков, но в культуре, в визуальном воплощении абсолютно явственно мы видим с одной стороны вот финно-угорские черты, с другой стороны древний архаичный булгарский пласт. Помимо экскурсионной деятельности, на встрече Олег Николаев и Юлия Купина обсуждали взаимодействие в подготовке специалистов для музеев и культурных центров Чувашии. Мы открыты абсолютно, мы существуем для того, чтобы сохранять и предоставлять в доступ культурное наследие. Поэтому и с научным, и с музейным сообществом, и со СМИ, потому что это информация, мы готовы всячески работать, чтобы добиваться общих каких-то целей в интересах действительно нашего народа, нашей страны. Еще одно направление – развитие туризма и образования. Сейчас, когда многое можно сделать дистанционно, необходимо менять форматы работы в этих сферах. Чутко храня и развивая традиции и культуры наших предков на территории родной нашей Чувашской республики, конечно же, мы должны всячески взаимодействовать вот с такими институтами, как этнографический музей, которые обобщают историю всех народов и тем самым делают общую картину, которая в целом-то как раз и есть то богатство и сила нашей многонациональной страны. Те цифровые инструменты и сервисы, которые сегодня в нашу жизнь вошли уже и являются неотъемлемой составляющей организации нашей жизнедеятельности, нам в помощь. И мы можем, интегрируя вот различные подходы взаимодействия, сможем, с одной стороны, очень быстро реализовывать наши планы. Чувашский национальный и российский этнографический сотрудничают давно. В начале нулевых сотрудники Санкт-Петербурга отреставрировали лучшие предметы из фондов музея в Чебоксарах. Не раз у нас открывались выездные экспозиции. Продолжая сотрудничать с музеем, я думаю, что мы будем направлять свои устремления на создание электронного каталога, поскольку действительно в этнографическом музее хранятся лучшие предметы чувашского костюма, и нам бы их тоже, как минимум, в оцифрованном виде хотелось бы иметь. И развивая дальше, мы хотим вообще сделать электронный каталог чувашского костюма, который был бы представлен во многих музеях как страны, так и за рубежом. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.